Ты помнишь, вот когда ты понял, что так, все, мне нужно, нужно начать все, вот это мое. Как ты понимаешь, что это твое? Когда проходит успешная сделка, когда одноклассники платят цену за джинсы в 4 раза выше, чем они стоят? Не знаю, мне всегда хотелось успеха. Я думаю, спорт помог, потому что я был мастер спорта, и мне хотелось все время выигрывать. Я был там на пьедестале стоял, был в газетах. Во-первых, родственники мои, родители очень мной гордились. И когда я начал заниматься предпринимательством, бизнесом, что в простонародье, мне захотелось побеждать.